Так, открываем форму сегодня, которую я купила. Так, я сняла пакетик. Вот мы видим, что она 26 сантиметров. И смотрите, какая она. Она двойная. И еще, так, вот она раздвигается. Видите? Сейчас, Коленька, я закончу кино снимать. Ну, хорошо. Так, вот, понятно? У нее, значит, есть дно. Значит, два дна. Вот, можно вот такие кексы выпекать. И вот такие. Прикольно. Поэтому она такая дорогая. Но я пока буду использовать вот торт, который мы будем делать. Буду использовать вот эту прикольную штуку. Все. Вот такой мини-обзор формы. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.